На конкурс изначально были представлены работы 32 абхазских художников в самых разных жанрах. Член управления Союза художников выбирали лучшие работы в течение года в три этапа путем тайного голосования. Победители были выбраны без особых разногласий. Каждый предлагал, можно даже анонимно, да, то есть называть, и в принципе совпало почти по номинации самой, то есть кого номинировать, а уже потом отбирать. Это уже голосованием, и опять на листочках писалось по распределению мест. То есть три номинации, первое, второе, третье место. И потом просто проставлялись места, и потом подсчетом голосов. То есть все очень просто. Третье место заняла работа Игоря Панченко «Звездная пыль». На втором месте скульптура «Портрет Сосналиева» от Гура Дзидзари, Амирана Адлиба и Руслана Габли. И победитель конкурса скульптура Виталия Дженни «Обнаженная». Бог создал такую женскую фигуру, образ, который создан для скульптуры. Это бесконечно можно лепить и лепить, и сколько можно, и создавать образы разные. Победители получили денежное вознаграждение. За первое место 50 тысяч рублей, за второе 30 тысяч и за третье 20 тысяч рублей. Наиболее качественные работы, наиболее интересные. То есть всегда есть какие-то определения, почему именно. То есть всегда можно будет объяснить. Итоговая конкурсная выставка – всегда значимое событие в культурной жизни города. Возможно, в ближайшее время в Центральном выставочном зале будет организована выставка всех работ, которые были отмечены за 10 лет существования этого конкурса. И это будет хорошее отражение нашего современного изобразительного искусства. Часть из них находится в галерее национальной картины, часть в частных коллекциях. Но мне кажется, это необходимо как художнику, так и зрителю. Это была бы ретроспектива всего этого мероприятия. И идея все-таки отметить и внести в этот конкурс предложение «Дебют года» сегодня нашла поддержку. Я рада. Выставка – лучшая работа года, и для признанных мастеров своеобразный этап творчества. Их работы получают оценку своих коллег по цеху, только начинающих художников и зрителей. Царит очень теплая атмосфера, все очень с интересом разглядывают, и я пытаюсь привлечь своих друзей ко всяким таким событиям. И это всегда воспринимается очень позитивно. Наш народ тянется к искусству. Поддержка талантливых представителей отечественного изобразительного искусства – основная цель подобных мероприятий. Для тех, кто хочет увидеть своими глазами скульптуру года, могут посетить Центральный выставочный зал. Выставка продлится до 5 февраля.